Привет. Восьмой день макияжа на Новый год. Но сегодня он тоже будет в ускоренном режиме, потому что у меня садится батарейка. Я уже нанесла основу, тон и припудрила. И брови сделала. Так что дальше у нас тени. Ну, как обычно. Это тоже остается неизменным. Теперь моя уже бедная палетка, вот, понимали, сломалась. Так. Я, пожалуй, сегодня нанесу хороший пастел. Наверное, вот такой вот возьму. Такой темненький. Да, если что, это палетка LCF. В принципе, тут даже есть похожие цвета, плюс-минус. Поэтому вот у меня был самый любимый. Вот он уже до дырки дотерся просто. Поэтому я сейчас раз... Вот, допустим, я считаю, вот эти, вот этот, они плюс-минус похожи. Поэтому нанесу, пожалуй, его. Да, у нас сегодня такой будет легкий макияж. Но есть один минус. Они очень сильно пылят. Даже когда вы их набираете. Растушевываем. Ой, хорошо, просто что сейчас... Давайте сделаем уголки глаз. А сделаем мы их сейчас вам... Как это? Вот, наверное, вот таким цветом. Да. Благодаря этой неделе я поняла, что мне нравится вот экспериментировать с уголками глаз. Разные цвета делать. Только аккуратно их делать. С уголками покончено. И теперь будем на протяжении оставшихся, скажем так, видео, будем тестировать вот такую палетку. Это, по-моему, от Ламель с глиттерами. То есть я как-то ее не использую, потому что не очень нравится. Тут какие-то глиттеры странные. Но им тоже надо дать шанс, поэтому я попробую сейчас кисточкой нанести. Вот коричневую я, скорее всего, возьму. А там посмотрим. Потому что, ну, не знаю. Да? Как без этого? Как мне свалить? Спасибо, что не разбились. Поэтому сейчас попробую нанести кисточкой. А, сейчас. Кисточку смочить надо. А. Хорошо, что тут вода рядом. Попробуем сейчас так. Вот, чтобы вы понимали, как оно набирается. То есть оно шмётками набирается. А если пальцем? Не, ну пальцем, конечно, получше, но тоже не особо. Палочки в помощь.
Хотя, мне кажется, тут палочками не отделаетесь. Да. Ну, ладно, вы будете просто осторожны. Сейчас посмотрим, как они стираются с рук. Ну что, вот это как раз история, что блестки не стираются. Они остаются с вами навсегда. Ну, ладно, будем после видео их вытирать. Дальше идет тушь у нас. Ну, как обычно, нижние ресницы. Все так же. И верхний я крашу своей любимой тушью от Glam Bee, вот такую вот, из старой коллекции. Я же ее показывала, по-моему. И теперь попытаемся нарисовать с вами стрелки. Я попытаюсь теперь это сделать на камеру. Если издалека, то норм. И заключительно это помада. Новинка из вот этой новогодней коллекции Patrice Lido. В таком 06 цвете. Вот. Она матовая. Она застынет, скорее всего. Да, она на камере такая, кажется, розовая, но на самом деле нет. Пока что, да, она не застыла. Так что, да, у меня сегодня такой домашний образ. Вид с вот такими вот медвежатами в свитере, который мне бабушка купила. Так что, да, вот. Да, вот эта стрелка не очень получилась. Я понимаю, что если я сейчас буду вытирать, то все. Это все надо будет. Так, это отодвинься от меня. Так что вот такой вот макияж, то, что я говорила, вот тут блестки и тут остались, но... И вот, знаете, неприятное ощущение с этих блесток, прям тяжесть на веках. Ну, это лично у меня, поэтому... Такой вот макияж. Спасибо за просмотр, до завтра.